Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить черный флаг Assassin's Creed. Погнали по сюжетке, я думаю, скорее всего, погоним. Вот эта фигня, блин, бесит всего. Что у нас тут вообще у нас есть? Я даже не знаю об этом. Может, до этого, что ли, где у нас будет база, дойти до сюжетки, а там потом, может, еще поплаваем, где-то что-нибудь сделаем. Ну, погнали по заданию, значит, сначала. Особо нам делать больше нечего. Все остальное мы успеем. А это что у нас такое? Фигня, шхуна, 4 уровень, 35. Сахар, 15. Слева-ка! Тут человек! Думаю, он еще дышит! Вот шхуна плавает, а почему людей не набрать, а? Ну так сказать. Так, а квест у нас здесь находится. Ну давайте сюда куда-нибудь, а, поближе. Все, остановочка. Погнали. Нихуя ты спустился, вы видели? Это как было-то? Это как только что? Что за глюки были? Так, тут точка обзора есть, а лень здесь есть. Есть один готов. У вас есть карта закроешь, примите это к месту. Тут есть карта сокровищ. Сейчас, секундочку, давайте сначала все посмотрим. Сука, стоять, блядь, тварь. Где ты? Что-то не вижу тебя нифига. Ну ладно, пойдем. Да, блядь, ну куда ты, блядь, улазишь-то, а? Вон сундучок тут есть. Т-44. Только какой-то странный у нас тут сигнализация находится. Осматриваемся, что тут можно еще сказать. А, вижу их, замечательно просто. Но тут говорят, у меня есть карта сокровищ. Это где мы находимся? Какой тут? 7, 5, 5, 6, 26. Тихо. Где-то здесь бегал. Так, 6, 7, 5, 5. Так, не то. Вот сокровище. 7, 49. Да, во-во-во-во. На ту сторону, окей. Это где у нас вообще находится фигня, да? А, понятно все. Отсюда будут вырезать. Давай сначала все подберем здесь. Блин, опять начинается ассасинские будни. Так, по идее, должен где-то здесь быть.
да? И как мне его открывать здесь? Ёпта ему. И тут какой-то крест должен быть, да? Нет, сюда залезть я не могу. Где это находится? Ау, где ты? Блин, а где он? Да ёптай мать. А, вот он ты. Все, это мы достали все, да? Только карту ты чё пользоваться-то? 7-49-6-25. 7-49-6-25. Ну и чё? А мне нафиг-то не надо. Вот он, 49, а чё он здесь находится? Это здесь. А-а-а. Ну это не может быть такое здесь. В воде, что ли, находится этот клад, блин. Вот он, блядь, а как его найти-то? Только это надо убрать отсюда вообще. Так, секунду, блядь. Карта, он здесь находится, вот прям здесь вот. Где эта фигня? Вот он, эта фигня. Где он здесь, да? Вот она, блядь, ебать, сука, пиздец. Вот это я слепой. Да я просто не помню, где тут уже клад, как искать, и все остальное. Чертеж, 1-3000, новые фигуры змеи тебе доступны в каюте. Капитан, собраться, чертеж, 1 из... Ну, понятное дело. Так, теперь что у нас? Давайте сундучок откроем, и там еще карта сокровищ. Тихо. А, ну да, конечно. Сука, убежали. Я бы еще, блядь, пристрелил бы. Опа, сука, убежал. А, не убежал. Да, блядь, ну куда ты? Снять шкуру. Кость, шкура оленя. Так, улучшение здоровья. Тебе его можешь сготовить. О, замечательно. Так, улучшение галки, улучшение Эдварда. Так, одежда. Так. Что-то я не понял. Это что-то не то вообще. Пистолеты, клинки. Ладно, короче, на корабле это сделаем. Так, сундук где-то здесь есть. А, вот он. Все готово, 3 из 3. И тут еще карта сокровищ есть, да? И все, да? Больше тут ничего у нас нету. Да, больше у нас тут ничего нет. Идем по заданию. Ну, мужик, бедный мужик здесь. Ну, на 16 тысяч. Вообще супер.
Мельница и за мельницей что-то есть. Окей, у нас теперь три карты. Соленая лагуна. Мы это выполнили, помню, соленая лагуна, тайник. Здорово, Эдвард. Черная борода. Второй великий пират Карибское море. Ну, за пиратскую республику, братья. Мы богаты, свободны, и нас не достать королям, попам и сборщикам налогов. Почти 500 человек присягнули на верность береговому братству в Нассау. Славное число. Да. Но нам нужны надежные укрепления. Напади король сейчас, он нас уничтожит. Так найдем обсерваторию. Если тамплиеры были правы, нас не победят. Опять ты за свое, Кенвей. Это сказки для детишек. У нас серьезное дело. Угнать галеон и все пушки на один борт. В нашей гавани он будет славно смотреться. Будто это так просто, угнать испанский галеон. Есть на примете? Именно. Я покажу, где. Тот еще красавец. Толст и ленив. Любовь, мне тебе галеон, что будем пиздить. Офигеть просто, поворот событий. Окей, погнали. За галеоном, блядь. А сколько там? Отобрал у испанцев, да? Да. В самый разгар страшной бури. Перед тем, как Серебряный флот выбросило на берег. А насчет добычи слухи не врут? Скорее преуменьшают. В тот день реалов затонуло на миллион фунтов. Шторм, забава дьявола. Надо будет понырять там. Посмотрим, что выловим. Славно было бы понырять там как-нибудь. И оставить в покое несчастных карибских купцов. Ничего себе! Это нам говорит пират. Но раз такое дело, я поддержу. Прибережем звон сабель для солдат и для всех тех, кто встанет у нас на пути. Рома, а сколько у нас вообще ресурсов-то? Нифига мы ресурсов, мы ничего никому не продавали, ничего. Мы еще богаты ресурсами, блин. Бля, мы попадаем в запретную зону. И это не очень хорошо. А что за фигня там какая-то? А, это где-то галеон найти там, да? Эти воды охраняют, сэр. Идем. Да и фиг с ними. Это что, вода? Дождь начинается. Осторожней! Неизвестно, что там впереди. Сплошная стена из воды. Не трусьте, ребята. Справимся. Море разбушевалось! Офигово. Что-то я вообще не вижу его. Уже недалеко. Вот он. Это линейный корабль, блядь. Не корабль, а просто монстр. Да. В честной битве его не одолеть. Слышишь, Кенвей? Держись подальше. Выберем момент для атаки. Под покровом темноты, думаю. Да, может и так. Охуенно просто. Такой хуй возьмешь на самом деле, да, на нашем уровне корабля. Ну погнали, значит. С Богом. Бля, там еще людей дохуя.
128, 128, ядра. Зажигайте Реал тут еще, с 30 кораблем. Я и делаю это. Не, прикольно, ну и зайцы, конечно, сделали не здесь. Брик 17 уровня. Пойдем отсюда сюда. Это испанец, да, я так понимаю? Да, испанец, а там кто у нас? Бля, ебать его нахуй. Ветер. Бля, там еще плывет, пидорас. Все паруса отдать. Обросок ветрее к ветру. Спустить брамсели. Паруса отдать. Это не Галеон, блядь, на самом деле. Поднять паруса. Это не Галеон, нихуя. Иный корабль, смотри, сколько рядов. Три ряда у меня. Это он похож на мановар даже. Три ряда, блядь, ебать, еще сверху. Ебать, нахуй, пушек сколько. Рифит все морзеля! Живее, ребята, лишнего не дам! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Бойки вниз, по местам стоять! Один так до сих пор там стоит, блядь, на углу. А это что за хуйня у нас здесь? Брик. Спустить бомбу! Обращик без рассудства. Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. Но мы долго работали вместе. И я его уважаю. Когда вы находитесь под огнем активной зоны поражения, подожди кругом в воде, ну это понятное дело. Чё, мы атакуем этот корабль, что ли? Держись! Нихуя себе, блядь. Давай, 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 отсюда нахуй. А нахуй он это сделал, бля? Чарльз Вейн удирает, поджав хвост. Неплохо, совсем неплохо. Вот проклятие. Надо быстрее разобраться с ними. Забудьте про Галеон. Отправить. Да охуел что ли, блядь, здесь, а? Галеон, забудьте, бля, ебать. Стреляют! Сука. Где этот пидор, блядь, а? Урод, иди сюда. Блин!
одни войти. Все паруса! Ну и чё, мы потеряли его, что ли, блядь? Английский там идет уже. К тому острову. Я знаю это место. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жульен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять галеон. Подумаем. Может, дождаться темноты и на абордаж? Грабан тяжелый, ядрами, блядь, потопить нахуй. Да чё, блядь, этим ещё так потопить? Так, чё нам делать дальше? Нам сюда, да? Здесь мы выполнили, здесь мы тоже выполнили. А здесь почему не выполнили? А где Насао? Что-то я не понимаю. Нафига корабли, неизвестная локация. Ладно, фиг с ними, погнали. А, вот он, Насао, нихуя себе. Так, более-менее далековато уже. Ну что, пойдем дальше? Роты отдать, вперед! Галеон у нас захватить. Прикольная музыка. А музыка у нас у каната, да? Я так помню, что может переключить. Ебать, чека, опасно. Погнали. Три рома, заебись, там чувак еще какой-то у нас. Так, где у нас это дело? А, понятно, здесь. Будет далековато еще. Ну мы рядом уже. Блять, они дожди. Нет, нормально солнечного. И что тут нам делать? Что это такое? Тут частые вражеские патрули. Ёб твою мать, а. Да мы задание начинаем. Тут частые вражеские патрули. И все, и пропало. Очумено просто. Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насао. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз. Топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычьте «Нет!» И парламент не бывал столь единодушен. Ха, пиздец. И что нам делать надо? Окей, погнали.
А, тихо. Да, я знаю. Обратно. А сколько у нас пушек? Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять пушек по сбоку. Вообще ни о чем просто. Пять пушек. А сюда не могу подойти. Блин. Окей, ладно. Погнали. Капитан в воде! Заебись, спасибо. Я думаю, никогда в жизни никто не заметит этого. И где тут у нас сундук есть? А, впереди. Понятно. Опа, корабль без нас поплыл. Просто замечательно. А нам куда? А даже этот... Нет, это там наверху. Это где находится? Здесь что ли? Да блин, не видно за ним, ё-моё, а. А, здесь он находится, замечательно. Ну, я так и думал, сейчас упадет эта вся фигня. Но это обычно на Nathan Drake такая фигня случается, и Tomb Raider. А совсем не слишком часто. Уже 10 метров. 8. Куда нам сюда? Чё, блядь, ты мне тут показываешь? Ой, бля, хуй поймешь. На самом деле не понимаю. И как до сундука добраться, значит? И он не здесь находится. Подожди, а как до сундука добраться-то, а? Тут костер. Не, прыжок вверх мне не нужен. Ну вот я вижу это, сундук. Заебись просто. Бля, сейчас сдохну нахуй. Ёб твою мать, спустился сам вниз. И чуть не сдох. А, добраться не могу, что ли, туда не смогу теперь. Не смогу, вот. Легко и просто, тут все продумано. Упал, может еще подняться, да? Так, сундук где-то здесь находится, вижу. На нам сюда, да? Да, вот он. Нифига, вот откуда Коннор научился лазить по этой фигне, да? Это же дед получается Коннора. Все, супер. Нифига ты прыгнул, блядь. Офигеть, блин, за Горионом все пошли. Ну, точнее, все согласились, а пошел я один, да? Испанец, баба. Прости, испанец, до свидания.
Нихуя, кому там не стрелять там, блядь, а? Здорово. Ну иди сюда, пидор, бля. Рот. Заебись, убил его. Фрагмент приебал там, сука. Наверху он. Как туда добраться? Даже а как тут добраться до этого фрагмента-то? Честно, без понятия. Блин, а? Простите. Ладно, погнали дальше. До сохранится, добежим. И все. А там дальше уже продолжим. Следующая серия. Ты прикидываешься, что это фигня, а? А, понятно, все. Ёб твою мать, опасно. Тут сундук где-то есть. Вот он. Вот и красота. Я так, вот сохранение. Замечательно. И на этой ноте, я думаю, остановимся прямо на этом месте, потому что сохранение произошло. А тут оно автоматически, чтобы не начиная с того момента, где мы не заканчивали. Типа того. Ну ладно, на этой ноте мы закончим. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения. Всем удачи вам и пока.